Сережа Аверин и Майот. Produced by Cartoon. Если правда, это человек, который спродюсировал очень много треков для Baby Mel, альбома, который мы слушали вчера. Давайте посмотрим, что это у нас такое здесь, да? Сережа Аверин. Новый артист, выпускающий треки с 23-го года, по сути. В 22-м году был всего лишь один тречок под названием «Самолеты», и вот два трека 23-го года. Очень новый артист, свежий артист. Посмотрим, какого качества продукт он нам приготовил. Давайте посмотрим. И почему Майот, соответственно, здесь, в принципе, есть, да? Погнали, слушаем внимательно, как они звучат вместе и как отработал Сережа Аверин. Слушаем. Мягкая, нежная лирика прям совсем. Огни горят в твоих глазах, стрелки на часах бегут, чтобы скорее наступило завтра. Конечно, думала, что счастье это навсегда. Все кружишь по Москве, но твое сердце далеко за МКАДом. Там где-то, где тепло и море обнимает скалы. Ты снова пишешь про любовь, но мне уже не надо. Остался в памяти навек тот холодный октябрь. И смоли дожди, что рисовала на окне помадой. Что я могу сказать о чувствах, это все неправда. И этот поцелуй не слаще бокала с ядом. Когда уже забыл, что значит тебя вечно ждать. Я слишком долго не любил, чтобы об этом писать. Забывай меня, прошу быстрее. Забывай, мне уже не нужно мое сердце. Забирай. Если вдруг душе нужно согреться, набирай. Мы уже не будем с тобой вместе, не выдумывай. Забывай меня, прошу быстрее. Забывай, мне уже не нужно мое сердце. Ну вот он спит, да, в чистом виде. Если вдруг душе нужно согреться, просто набирай. Мы уже не будем с тобой вместе, не выдумывай. Мы не будем вместе, ни в каком месте, ни в какой песне. Последний щелчок вылетает из дула. О чем тут думать, любовь стала трупом. Давай забывай голос, своим не называй в обойме холост. Забывай, кто нас свел вместе с тобой в постели волос. Но он уже не твой, надо забыть, как я терял рассудок. Тогда было можно, влюбленных не судят. Распалась сумма, мы цифры по сути. Единицы теперь варятся в этом супе. Потихоньку забываю, косой забиваю. Чувствую урон, время свое забираю. Хожу по краю, это не рай. Что же ты ждешь, давай забывай. Забывай меня, прошу быстрее. Забывай, мне уже не нужно мое сердце. Забирай. Если вдруг душе нужно согреться, набирай. Мы уже не будем с тобой вместе, не выдумывай. Забывай меня, прошу быстрее. Забывай, мне уже не нужно мое сердце. Забирай. Если вдруг душе нужно согреться, просто набирай. Мы уже не будем с тобой вместе, не выдумывай. Ну, постарались, да, разнообразить, как-то украсить треки, да, переходом на парт Майота, вот такой концовочкой, бэк-вокальный, да, вот здесь историю показали. Постарались сделать фит. Спасибо большое за то, что вот вторая четверочка идет достаточно разнообразно, с повышением эмоций, да, тут они вдвоем начинают петь, то есть нету какой-то однотипной восьмерочки скучной. Ну, неплохо, сразу залетел в куплет тут Сережа Аверин. Ну, эмоции, не знаю, значит, эмоции. Пока довольно ровно, прям, очень ровно. Такой поп-рэп, да? Поп-рэп. Майот, да, со своей послоговой историей, очень харизматично, в принципе. Единственное, что, возможно, однообразно слишком. Слишком однообразно. В целом, песня, ну, дико ровная. То есть, если мы, допустим, заходим на рынок поп-рэпа, к примеру, и сравниваем, ну, с условным Маканом, Макан живее значительно поет. Тут уже ближе туда, прям к поп, прям музыке, да, к поп-музыке. Ну а на, в районе поп-музыки там нас Анасти, да, встречает. Тоже как раз-таки про расставание. Ну там калитка без шансов с точки зрения качества Анасти значительно делает лучше, чем вот оба артиста здесь. Именно если мы идем по грустинка о расставаниях на... Ну там, в принципе, для женщин, да, здесь для мужчин, наверное. Ой, сложно, ну... Неплохо, просто неплохо. Хорошо сведено, да. Звук чистый, насколько это возможно. Здесь нормально. Хороший здесь переход. Ямочка отличная. Отработана тоже она. Замечательно.
Да, слишком просто сделан. Скучноватый трек, я согласен. Ну давайте еще раз послушаем, да, теперь повнимательнее уже. Вот такой вот у нас вайб, короче. Да, максимально коммерчески. Но здесь, видите, разница между предыдущим треком. Он сразу залетает с куплета, и припев нас не душит. Их тут всего два, во-первых. Во-вторых, они максимально разные. Здесь вторая четверка еще и развивается, после которой идет переход полноценный. И здесь, соответственно, вот так заканчивается, да, она. То есть припев нам вообще не душит нас. Просто, ну, нисколечко, да, нисколечко. Нас куплеты больше душат, чем припевы. Красивая, яркая музыка. Это, конечно, не совсем в тему тут, но ладно. Огни горят в твоих глазах, стрелки на часах бегут, чтобы скорее наступило завтра. Конечно, думала, что счастье это навсегда. Все кружишь по Москве, но твое сердце далеко за МКАДом. Там где-то, где тепло и море обнимает скалы. Ты снова пишешь про любовь, но мне уже не надо. Остался в памяти навек тот холодный октябрь и смолит. Дожди, просто. Что рисовала на окне помадой. Что я могу сказать о чувствах, это все неправда. И этот поцелуй не слаще бокала с ядом, когда уже забыл, что значит... Бокала с ядом, отнимает скалы. Какая-то лочья интонация есть немного. Тебя вечно ждать, я слишком долго не любил, чтобы об этом писать. Забывай меня. Бэк-вокал неплохой здесь. Я слишком долго не любил, чтобы об этом. Когда уже забыл, что значит тебя вечно ждать, я слишком... Да, вот отсюда я слишком... Долго не любил, чтобы об этом писать. Забывай меня, прошу. Да, тут хорошо. Последнюю строчку хорошо закончил. Эмоционально, в общем-то. Две эти строки хорошо звучат. Здесь звучит, да, достойно вполне припев. Быстрее, забывай, мне уже не нужно мое сердце. Забирай, если вдруг душе нужно согреться. Набирай, мы уже не будем с тобой вместе. Не выдумывай. Забывай, меня, забирай, прошу, набирай, быстрее, выдумывай. Забывай, мне уже не нужно мое сердце. Забирай, если вдруг душе нужно согреться. Просто набирай, мы уже не будем с тобой вместе. Не выдумывай. Да, хорошая, хорошая пауза, мы хорошая ямка. Мы будем вместе, ни в каком месте, ни в какой песне. Последний щелчок вылетает из дула. О чем тут думать, любовь стала трупом. Конец. Давай, забывай голос, своим не называй в обойме холост. Забывай, кто нас свел вместе с тобой в постели волос. Но он... Да, то есть тут как бы вопрос в том, как бы с кем мы сравниваем, да, за место какой песни мы будем слушать эту песню? За место какой песни? То есть, если они туда сильно в поп рэп лезут, там пока ловить нечего с таким качеством, честно. Как бы зрители Майота, я не думаю, что ждут такого. Аверин, начинающий артист, да. Но пока какой-то изюминки я не вижу. Самое главное, какой-то души, да. Даже если вот эта простая такая добрая пацанская история... Пока, ну, старание на реализацию вижу. Немного сыровато, честно. Сведен чисто, да, записан хорошо. Все, все по качеству, все супер. Для коммерческой песни хорошая структура, в принципе. Именно самих партов. Куплетик с концовочкой интересный. Припев очень яркий. Здесь ямка, да, хорошая такая. Мое однообразно, ну, типа в своем стиле, да. И вот припевчик, и тут еще вот такой кусок. А вы же ничего не видите, да, я вам что-то показываю. Угу. Альбомчики в конце, да, альбомчики в конце. Сейчас сингл заказы поразбираем. Чисто парт Майота. Ритмика 8 баллов. Внутри, где-то вот здесь, да, внутри партов. 6-7, ну 7, да. За то, как все поставлено, девяточку можно поставить, да. Вот 7-9, поэтому по итогу 8 баллов. Рифмы и образы. Но в припеве слишком просто. В стиле волос, он же не твой, надо забыть, как я терял рассудок. Это было можно, влюбленных не судят. Рассудок не судят. Распалась сумма. Красиво. Терял рассудок, не судят. Распалась сумма. Цифры сути. Здесь хороший текст. Так, стрелки на часах бегут завтра навсегда. Говорят в твоих глазах, стрелки на часах, что скорее наступило завтра, конечно, счастье навсегда.
Пусть Москве на это все зарекозным кадом, там, где тепло и море обнимают скалы. Напишем, что нам уже не надо. Остался понять, что он как хотел. Ну, тут тоже, да, явно помогали с текстом, 100%. В смысле, смыли дожди, рисовал на огне помады. Нормально. О чувствах это все неправда. Ну, хорошо, не 100%. Видно руку человека, который умеет писать текст. Да, этот поцелуйный слащий бокал с ядом. Когда уже забыл, что значит тебя вечно ждать, я слишком долго не любил, чтобы об этом писать. Ждать, писать, ядом, правда. Что-то, короче, да, в целом весьма. Единственное, что припевчик такой ровненький. Да. Уже нет войск, надо забыть, как я терял рассудок. Только было можно, влюбленных не судят. Распалась сумма, мы цифры по сути. Единицы теперь варятся в этом супе. Потихоньку забываю, косой забиваю. Чувствую урон, время свое забирает. Хожу по краю, это не рай. Что же ты ждешь, давай забывай. Забывай меня, прошу быстрее. Забывай, мне уже не... Ну, хорошо стоит, да, хорошо. Реализация стиля 8, здесь 7. Да. Потому что индивидуальность моя-то сумасшедшая. Харизма где-то его 8-9. Сережа индивидуальность пока я не вижу, к сожалению. В районе 5-6. Харизма примерно так же. 7 баллов средняя. Реализация, это еще за свидос балл, да. Здесь 3-4 балла. 3-4 балла. Ну, 4 может быть, индивидуальность 5. 3-4 балла. Вот такая история. Ну, в общем, очень ровный трек. Качественно сделанный ровный трек. Для начала карьеры Сережи Аверина, я думаю, что это весьма неплохо. Правда. Пока... Ну, просто, да, у меня в голове просто, типа, с чем оно конкурирует и как оно работает, поэтому... Поэтому нет, 65 баллов. Тем не менее, 65 баллов трек набрал за счет того, что он чисто сделан, хорошо придуман с нормальным текстом. Тем не менее, скажите, что думаете по этому поводу, да? Атмосфера 5 баллов? Нет, слишком ровно сделано. В первом куплете мое тоже разнообразие особо не дал. Припевчик неплохой, да. Нормальный трек, честно. Просто нормальный. Короче, нормальный крепкий трек, который не забирает. Вот, если так сказать вкратце.